Итак, перед нами две юные фанатки команды «Нави». Представьтесь, пожалуйста. Анна. Слава. Вы из города Киев, как я понимаю. Все правильно. Так точно, да. И вы болеете за «Нави», да? Ну, в общем-то, у вас очень неплохой плакатик получился, в принципе. Долго рисовали? Да нет, недолго. Правда, Слава постаралась. А кто рисовал Сеню? Слава. Ты рисовала Сеню? Да. Он у тебя получился весьма... Он не узнал себя. Не узнал себя. А ты к нему подходила, спрашивала? Подошел расписываться, смотрит. Мы каждого немножко не по одному вылавливали, тащили в магазин, заставляли расписываться и кормили конфетками. Мы просто маньячки. То есть вы им нарисовали плакат, вы их покормили конфетами, и после этого и вы еще за ними бегали. Так и было. Так и делают настоящие фанаты. Да. Ну я вас поздравляю, вы настоящие фанатки, нам ваша работа очень-очень понравилась. Можете что-то пожелать команде «Нави»? Конечно, только победы, только вперед. Да, только победы, только вперед. Не проигрывать, это мне обидно. Хорошо, спасибо большое.